Приходи на кастинг-шоу «Холостяк в Клину». Подробности по телефону 5-88-70. Чтоб не пропасть поодиночке, Клин принимает делегацию Союза малых городов России. Большие, я вижу, и средства, и усилия на создание безопасного условия жизни населения. Это прям бросается в глаза, на благоустройство городского поселения. И, конечно, поразил культурный аспект и культурная программа города. Заплати долги и лети спокойно. Судебные приставы корректируют списки должников. Задолженность свыше 10 тысяч, мы уже обращаемся в суд для того, чтобы нам разрешили ограничить выезд. Не на фестивале, а седьмой день подарил интригу трио вместо дуэта. Именно эти изысканные нотки добавил как раз Дмитрий, он был мужчина, на сцене и две женщины.